Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Гепатит – хвороба з тяжкими наслідками на усе життя. Як вчасно зреагувати та з'ясувати, що саме ви захворіли на цю хворобу, дізнаємось від гостя, яка прийшла сьогодні до нашої студії. Це Валентина Ткаченко, обласна інфекціоністка з інфекційних хвороб ДОЗ ДОДА. Я дуже рада вас бачити, пані Валентина, сьогодні в нашій студії. Справді, спека на вулиці, і окрім тих хвороб, про які ми завжди пам'ятаємо, які ще додалися останнім часом, це ще і є така серйозна інфекційна проблема, як гепатит. Сьогодні ми про неї поговоримо. Тож, чому він такий небезпечний для людини, особливо в спекотні дні? Ну, гепатит, это, как бы сказать, нас интересуют в основном гепатиты, те, которые вирусные гепатиты, то есть те пути передачи, которые человек может заболеть контактно-бытовым путем, то есть пути передачи через грязные руки, через грязную воду. Вот, это гепатит А. Он приравнивается даже к кишечной инфекции, потому что он передается, как я уже сказала, через предметы обихода, через грязные руки, там, где в основном коллективы, детские дошкольные учреждения, школьные учреждения, где студенты в основном болеют. Это молодые люди, дети и молодые люди. Ну, в основном там где-то до 50. И был такой случай у нас, когда и 65 лет, вода с колодца была грязная, люди попили и тоже заболели вдвоем. Семейный очаг. То есть это очагами поражается. Если в саду заболел ребенок, значит заболеет вся семья и детки, которые там вокруг, если не будут проведены санэпидем, всякие режимные мероприятия. Вот. Поэтому гепатит начинается от общих симптомов. Может быть слабость, усталость, температура, отсутствие аппетита, чувство тяжести, дискомфорт в эпигастральной области. У кого-то может быть послабление стула. И наступает момент желтухи, когда желтеют глазки, симптом желтухи. Потом идет кожная, ну, дальше идут кожные покровы, увеличивается печень, меняет окраску моча. Это те симптомы, когда уже может обратить как бы такие уже, да, коли вже складно не помітити. Да. А от коли в преднормальном періоді, коли в преджелтушний період, тоді, звісно, складно і терапевтам, і сімейним врачам, і педіатрам, тому що симптоми схожі можуть бути самі різні, як склад кишечної інфекції і до, як при простудних заболіваннях. Угу. Уже тільки коли наступає, ми бачимо вже желтуху, тоді можемо поставити, да, заподозрити желтуху, угу. І тоді проводити всякі мероприятия в очагі, в сім'ї. Это обработка, это человека изолировать в каком плане, посуду оградить, вообще нужно сразу в больницу обращаться, вот, но если уже дома, то все надо продезинфицировать, перемыть и смотреть уже тогда за окружающими, где-то чи, в течение, чи хтось інший, да, не инкубационный период, где-то от 2 недель до 1,5 месяцев, может быть. Это те, которые, что касается именно не только, а жирон циркулирует, конечно, да, когда уже ближе начинается теплое от весны, а весна у нас затяжна, і літо холодне було начало. От зараз вже спекотні дні, пані Валентина, да, і треба і бути обережним. І це не тільки, да, не тільки этот гепатит, который, а я вам сказала, а і кишечні інфекції. Потому що з приходом жари, конечно же, увеличивается количество больных с кишечными инфекциями, с любыми. Это тоже пути передачи самые разные. От продуктов, да, от их хранения, от их употребления. Вот, как термически обрабатываются они, потому что многие сейчас у нас жарко, руки не моют, водоемы тоже грязные, сточных вод очень много было. Это и пища в основном, это сальмонеллез, вот если вы слышали, да, многие были так, мероприятия. Так, кожного року, да, мы все одно зустречаємо такі, да, проблемы. Ну, да, есть условно патогенная флора и патогенная. Вот сальмонеллез относится к патогенным, он осложнений очень много может возникать, поэтому на это нужно обращать внимание. Продукты те, которые мы, как они у нас хранятся в холодильнике, как мы их обрабатываем, это в основном болеет. Это яйца, переносчики сальмонеллеза, это мясо утки, гуся, это плохо обработанное или где-то совместно лежало с продуктами другими, где могло попасть там и кровь. И... То есть должно быть раздельное хранение продуктов, правильное приготовление. Потом многие сейчас же у нас много магазинов, где есть уже готовая продукция. Да? Человек вот купил и говорит, я отравился там, допустим, салат какой-то брал с майонезом.
Он его мог купить в 9 утра, да, принести домой в 3, обошел еще все магазины. Угу. Я, вот, и, конечно же... А скільки взагалі треба часу на, по-перше, приготування? Це зразу, так, якщо ми їмо, так? Да. А кажуть, ну, там, до 2 годин і все, і треба да, потім викидати. Так, да. Потім, ну, тому що вже там не завжди ж, да, одинакова температура в холодильнике, все, і ці продукти дуже швидко обсіміняються, і якщо там где-то було нарушено, не давали на яйцо там крутую, или майонез где-то там лежал, да, его заправили. Это все продукты скоропортящиеся. Их желательно, да, в течение вот, ну, скажем так, 4 часов израсходовать. 4 максимум, да, так? Да, то есть это свежеприготовленные. Приготовили, съели, и ни в коем случае неделю не держать в холодильнике. Так, яйца. Ну, от вже кожного року зустрічаємося з однією тією самою проблемою, коли сальмонеллез. І домашні можуть бути яйця, куплені в звичайному, там, на ринку, чи там просто в людей, так? А можуть бути і в магазині також, і треба обробляти їх. Так от питання, як саме обробляти? Є багато рецептів, от в інтернеті просто існує. Да. Сіль, наприклад, змішують з содою харчовою, і ось таким розчином перемивають яйця, потім ще раз їх перемивають звичайною водою проточною. Чи це працює, чи ні? Як ви саме знаєте, їх? Навіть найпроста звичайна вода, помити, да, яйця із помыть и сложить нет, потому что они, яйца все-таки лежат. Во-первых, смотреть целостность их. Когда вы покупаете, чтобы треснутое яйцо, их надо расходовать в первую очередь. И желательно так, чтобы термическая обработка, когда была там, если омлет, то его пропарить, если яичницу, то не глазунью. Вот. Так, чтобы это или с двух сторон, или в тесто, или куда-то расходовать, чтобы это была термическая обработка полная, да, температурный режим должен соблюдаться. Если это яйца обычные, вы сложили, у вас всегда есть место, где хранятся яйца в холодильнике, перед употреблением их обязательно нужно мыть. Помыли, и там уже делайте что, и поставили варить. Есть еще бросают щепотку соли, которая как бы как является каким-то дезинфектантом. И все, то есть элементарные вещи. И свежие, они должны лежать долго. Ну, то есть все продукты не должны долго храниться в холодильнике. Не суп тот, который стоит там, сварили месяц, да, или там борщ, или еще. Я думаю, что мало кто уже... Да, так, есть, вы знаете, мы по работе сталкиваемся, если приходят, говорят, там ел суп, стоял, жалко выбросить, с мясом наелся, получил тоже кишечную инфекцию. Молочные продукты точно так же. Ну, то есть все должно быть, на все есть написан термин придатности, мы смотрим на сроки, покупаем в магазинах, несем у себя уже, даже то, что, мне кажется, прописано, надо еще отминусовать сутки где-то то, что у нас... А сире м'ясо, так, от охолоджене просто, яке продається у супермаркетах, треба дуже ретельно, уважно передивлятися, коли саме його вже обробили і поклали на полицю, і який термін придатності краще, звичайно ж, вживати його раніше, купувати. М'ясо сирое в будь-якому випадку держать довго. Ілі замораживаємо, заморозка йде, ілі сі ви принесли, то его желательно и расходовать, потому что лежать в сыром виде, чем дольше оно лежит, тем быстрее оно... Пані Валентина, з приводу таких кишкових, складних, тяжких наслідків, які є серед тих відомих вже інфекцій, то температура тіла підвищується. От як зразу розпізнати, що любая все, треба... Любая кишечна інфекція, звертатися, да, до лікаря. Якщо відрізняти других там кишечних заболівань, тому що у людей же є і язва, і коліти, і інші там якісь расстройства и дисфункции кишечника, и есть, ну, много-много разных заболеваний, хронических, я имею в виду, не инфекционных. А любое инфекционное заболевание, что касается кишечных, оно может от часа и до суток себя проявить. Обязательно начинается с температуры, ознобов, тошнота, рвота, сладкообразные боли в животе, диарея может быть до бесчета. Это в первую очередь какие осложнения могут быть уязвимы. Это маленькие детки, старики, люди с сахарным диабетом, потому что это идет обезвоживание, очень резкое причем, то, которое приводит к сердечно-сосудистой недостаточности. Поэтому люди, которые в возрасте уже, они быстро обезваживаются, у них начинаются проблемы с сердцем. Могут развиваться инфаркты, инсульты, из-за недостатка жидкости идет сгущение крови, и поэтому идет очень много проблем. Поэтому нужно обязательно это отпаивать человека. И в первую очередь это обращаться за медицинской помощью. Не ждать. И человек, чем старше, тем больше прогнозов к тому, что могут быть осложнения необратимые. Точно так же и дети. Они восполняют воду, они не могут пить, у них интоксикация. Поэтому таких деток нужно госпитализировать, как и взрослых, и любого человека,
і обов'язково на госпіталізацію. Пані Валентино, а наскільки часто і з кожним роком це ж збільшується ось таких проблем, пов'язаних з кишковими або з інфекційними? Ну, так, завжди к літу було увеличення. Вот, несмотря на то, что проводятся разные по ЗМИ, всякие, да, как мы, и памятки, и всякие выступления, и в газетах пишут, и радио, и телевидение, везде, как бы все, которые могут, где какие-то есть у нас оповещения, но люди, тем не менее, забывают за правила личной гигиены, это в первую очередь, это мытье рук. А все остальное дальше уже касается продуктов. Это разделочные должны быть доски для каждых продуктов. И вымывать их, и обрабатывать. Тем более сейчас антисептиков достаточно. Ну, сказать, сейчас увеличился подъем, идет кишечных или нет. Есть случаи заболевания. Потому что, как вы знаете, мы все были в коронавирусе. Вот, который... Звертали увагу, да, больше в основном на него. Все, потому что он дал о себе, эта инфекция дала о себе знать. Вот. Поэтому как-то вот меньше было внимания. И как-то люди были насторожены все-таки на этот коронавирус. И забыли за другие инфекции, наверное, может быть, и коллеги. Вот, и не только кишечная. Сейчас вот идет подъем, пойдут все купаться. Тоже хочу два слова сказать о лептоспирозе. Это очень важное заболевание. Особенно где водоемы, где заросшие, где камыши, где есть много грызунов, которые переносят это и крысы, и мыши. Они с мочой и скалом выделяют камыши лептоспиру, которая попадает в воду. В основном болеют рыбалки или люди, которые отдыхают. И ранят себе камышами, не только чем-то, и целостность кожных покровов. Эта лептоспира попадает в кровь и точно так же попадает, и имеет такой синдром желтухи, и поражаются почки, и вплоть до летальных исходов. Поэтому на это тоже нужно обращать внимание, это очень важно. Точно а даже... как это можно пометить одразу? Людина заходит в воду, точно так? Это, да, нет, ну, человек этого не может заметить. Просто есть и водоемы, которые грязные, замоды. Ну, таких которые... много. Да. Дуже багато. Камыши, особенно там, где заросшие травой, камышами, речки, вот это, в основном ставки, которые стоят, где нет проточной воды, там, где выгуливают и скот, там, где видели крыс, видели мышей, там лучше не проводить свое время досуг, не купаться. Ну, а рыбаки ж в основном в таких местах и занимаются рыбной ловлей. И очень часто именно болеют, то крючком поранил руку, то еще ногу, то босиком становятся, то на камыш там наступил. В общем-то, это очень важно. Ты якась може бути чи тріщина, да, чи там или уже шкряб, с трещиной пошкрябана. Пришел глубоко, где попадет, да, эта инфекция. Или же уже приобрел, там поранился в водоеме, и потом может такое произойти. Это тоже очень важно. То краще обирати такі водоймища, більш-менш чисті, так, де ми знаємо. Да, хоча, да. Знову ж таки, не всі водоймища перевіряються на сьогоднішній да, день, і тут дуже складно. Знати... Не всі, да. Ну, в основному набрати, де вже знаєте, що могли перевірити, де водичка чиста, де ви бачите. Ну, і старатися, звісно, щоб ця вода не раниться на водойомах однозначно. А якщо вже есть, так сталося, то обробити? Так, да, обработати. Обработати ранку, не треба видавлювати нічого. Ну, зараз багато средств, тому з собою це треба вже носити, як, знаєте, во всіх случаях. Вот. І вони різні по ціні, я думаю, що це доступно кожному чоловіку, в будь-якому випадку, якийсь антисептик, або той же самий недорогий хлоргексидин, який є. Та любих, дуже багато, зараз я не буду говорити. Угу. А скажіть, будь ласка, пані Валентино, якщо людина перехворіла вже на такі кишкові проблеми, які могли бути ось так неочікувано, чи будуть вони потім впливати на подальше її життя? Ну, если могут, если смотря какие же, опять-таки, да, если сальмонеллез протекал в тяжелой форме, то, конечно, могут остаться там и хронические колиты, вплоть до, есть даже, да, могут генерализованные формы быть именно сепсиса, ой, сепсиса, сальмонеллеза, которые могут приводить к септическим состояниям. Опять-таки, это более уязвимые детки, старики, поэтому кишечные инфекции могут давать, конечно, о себе знать. Дальнейшее, что таких, чтобы было и перешло какую-то хронику, это только связано с желудочно-кишечным трактом. Вот. А так, таких, чтобы было именно страдали, вот нет. Но любая кишечная инфекция, если ее не лечить, конечно, она приведет к каким-то последствиям своим. А если мы сейчас уже... будемо говорити про профілактику. Це найголовніше на сьогоднішній день, аби люди не хворіли взагалі, розуміли, що вони йдуть, наприклад, на видоймище, чи вони купують на ринку ягоди, чи фрукти, чи овочі, купують м'ясо, приносять додому, чи з кимось навіть там вітаються, да, десь да, спілкуються, да. То ось
перше, що потрібно робити і як треба розуміти, що ви робите? Ви мийте руки обов'язково, так? Мийте фрукти, овочі, мийте м'ясо, слідкуєте за всім, так? Що ще? Які ще профілактичні заходи? Ну, покупати там, де ви бачите. Да, многі ж знають, що стихійні ринки є, де можна покупати, особливо, опять же, коснусь, тому що теж відноситься к кишечним інфекціям. Зараз стихійних ринок дуже багато, ринків багато. І дуже багато людей їдуть зараз на моря, відпочивають, проїжджають. І багато риби продается, таранька особенно, которая не потрошенная. Вот, она это является источником, ну, в основном, вот Никопольский район, у нас очень много было оттуда заболеваний, это ботулизм. Это страшное заболевание, которое приводит к летальным исходам. Поэтому сыворотки мало очень. Ну, стараемся каждому, если кто-то поступает, всем вводить вовремя сыворотку и оказывать помощь. Потому что сыворотка здесь является не просто профилактической, а является основным препаратом для лечения, можно сказать. И если ее вовремя не ввести, то человек или поздняя обращаемость, все закончится летальными исходами. Поэтому нужно быть внимательным, смотреть, что мы берем, как, у кого берем, какими руками едим. Особенно касается этой рыбы, касается других продуктов. Если колбаса какая-то, если проходишь стихийный рынок, газетка, колбаса лежит одна, другая, там пирожки. Разе, да, и люди покупают. Ну, то есть уже, понимаете, уже Звичайно. Надо смотреть. Сколько уже мы говорим про це кожного року, але все одно ці випадки трапляються. Дуже обережно, дуже уважно слідкувати. Треба ще раз і ще раз наголошуємо. Дякуємо вам, пані Валентино, що сьогодні теж пригадали усі різні випадки, які можуть бути влітку, коли люди відпочивають, коли хочуть набратися здоров'я. А, на жаль, зовсім інакше може статися, якщо ви не будете обережними. Тож, звичайно, дякуємо вам, обласному центру громадського здоров'я. Ну і, звичайно ж, будьте обережні і слідкуйте за своїм здоров'ям. Здоров'ям і здоров'ям своїх близьких. Зустрінемось за декілька хвилин.